Дорогие мои зрители, теперь мой канал Болливуд есть на Яндексе. Здесь новости об актерах Болливуда выходят раньше, чем на Ютубе. Подписывайтесь на канал Болливуд на Яндекс.Эфир. Ссылка в описании. Дорогие друзья, для тех, кто любит читать статьи больше, чем смотреть, мой канал Болливуд есть на Яндекс.Дзен. Здесь вы найдете мои статьи, которые я использовала в своих видео. Подпишитесь на канал. Ссылка на него в описании под этим видео. Шахрух Хан – отец троих детей, из которых Абрам, самый младший, был рожден в 2013 году. Абрам – один из самых преследуемых и востребованных детей в городе Мумбай. Но Шахрух Хану и Гаури Кхан было нелегко, когда они объявили о его появлении через суррогатное материнство. Актера и его жену обвинили в проведении теста на определение пола, что является незаконным, и даже был создан фонд для расследования. Еще в 2013 году общественный активист подал иск против Шахрух Хана и Гаури Кхан за то, что они якобы провели тест на определение пола до рождения Абрама. Позже мы увидели, как Шахрух Хан осуждает всех, кто писал и говорил об этом эпизоде. В интервью он сказал: «Мне не понравилось, когда СМИ заговорили о суррогатном материнстве. Я ненавижу это. Они сказали, что у меня был тест на определение пола. Что за чепуха? Я слишком образован, чтобы предаваться этой бессмыслице. Он страдал, он был болен, и люди говорили о нем только потому, что он ребенок известной кинозвезды. Когда-нибудь он вырастет и, может быть, прочтет все это, а может быть и не прочтет, но это очень печально. Просто потому, что он мой ребенок, это не делает его меньше или больше, чем кто-либо другой. Ребенок есть ребенок. Он был нездоров, я чувствую себя неловко», – добавил Шахрух Хан. В том же интервью король Кхан определил Абрама как приятного ребенка и сказал: «Он очень милый, красивый и симпатичный. Он приятный ребенок. Он приносит много радости и счастья. С ним очень весело. Все хотят быть с ним. В ребенке столько невинности и любви, он очень милый, детям он нравится, и мне тоже он нравится».